давайте поговорим про орхидеи. Растения тропиков, которые являются эпифитами. Эпифит — это не паразит, это растение используют другие растения в качестве опоры и растут на растениях, на деревьях, в дуплах. Орхидеи очень интересное растение тем, что растут они буквально на небольшой горсточке грунта. Растение орхидеи состоит в симбиотических отношениях с грибами. Орхидеи дают питательные вещества грибам, грибы дают витамины и ростовые вещества. Боно Форте серии «Красота» имеет в своем составе витамины. Тоник тоже имеет в своем составе витамины. Витамин важен для орхидей компонент, чтобы они нормально развивались и росли, как у себя на родине. Тоник Боно Форте является одним из стимуляторов цветения орхидеи. Если у вас орхидея долго не цвела, и вам хочется, чтобы она цвела, обрабатывайте орхидею, скрывая, правда, цветки, можно листом бумаги закрыть, непосредственно листья и немножко на корни. И у вас через несколько обработок растение начинает обильно цвести. Боно Форте здоровье имеет в своем составе гуминовые кислоты, которые стимулируют орхидеи, позволяя им тоже расти лучше и дольше цвести. Для лучшего роста и развития орхидей необходимо чередовать Боно Форте «Красота» и Боно Форте «Здоровье» через 2-2,5 месяца. Грунт наш многокомпонентный, имеет в своем составе кору, сфагнум и торф. Мох является антисептиком, позволяя нейтрализовать микробы и грибы, которые отрицательно влияют на орхидеи. Также имеет в своем составе кору, которая является очень важным компонентом, делая почву более рыхлой, и непосредственно сами биогумусы, торф, которые являются одной из компонентов субстрата. Грунт для орхидеи должен быть воздухопроницаемым и рыхлым, и легким, чтобы корни спокойно проникали в субстрат и колонизировали его. Для того, чтобы орхидея радовала вас своим цветением, необходимы две вещи – любовь и Боно Форте.